В России, отмечают организаторы, нет аналогов данному конкурсу. Здесь, прежде чем назвать лучшую научную книгу, изучают тысячи трудов. Вот и на этот раз академики, доктора наук и профессора рассмотрели заявки более чем 4000 ученых из 949 высших учебных и научно-исследовательских учреждений. В итоге экспертная комиссия определила лауреатов конкурса по 4 номинациям. Поздравил сегодня победителя и лауреата Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2015 года и чрезвычайный полномочный посол Швейцарской конфедерации в России. Пьер Хельк отметил, что Россия и Швейцария всегда славились передовой наукой. У нас это мероприятие очень важно, потому что это показывает сотрудничество между Россией и Швейцарией в области образования и наука. Начало года академического года, и поэтому мы рады быть с вами. А конкурс учит, стимулирует, чтобы они писали лучшие книги и укрепляли имидж российской системы образования и науки. О том, что российская система образования, в том числе и благодаря таким мероприятиям, развивается и укрепляется, отметили и другие зарубежные гости. У меня замечательные впечатления от встречи с российскими учеными и непосредственно с профессорами Международного инновационного университета. Это выдающийся вуз, так сказать, модель будущего. Мне нравится название университета. Инновационный. Это здорово. А еще для меня большая честь быть в Сочи, здесь, как на Гавайях. Среди победителей всероссийского конкурса ведущие специалисты в области фундаментальных и прикладных наук. Победили они в номинациях «Гуманитарные науки», «Экономика и управление», «Информатика и вычислительная техника». Самое ценное в этом мероприятии отметили собравшиеся, что все эти труды становятся достоянием общественности. И заслуга в этом Фонда развития отечественного образования, президентом которого является Михаил Берулава. Лауреатов научного конкурса поздравили и лауреаты конкурсов песенных и танцевальных. Таким образом, МИУ, уже по сложившейся традиции, торжественно открыл новый учебный год. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.